17 семей Ненецкого округа стали обладателями новых квартир. В администрации Нарьян-Мара прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир в доме по улице Полярной. Всего в доме номер 15 администрации города округом передано 35 квартир. Они были построены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Артур Детятев – один из тех, кто сегодня получил ключи от новой квартиры. Вместе с родителями он отметит новоселье в начале мая. Ну, я очень рад и доволен, что именно нас сюда переселили, потому что жилплощадь тут намного больше, и я уже выбрал для себя комнату и уже думаю, как ее для себя обустраивать. Район тебе нравится? Мне нравится район, но он приятный, не то что тот, который был старый. Поздравить новоселов в актовом зале городской администрации собрались их родственники, друзья, а также представители окружной власти и депутаты. Это очень отрадно и очень отлично, когда люди из ветхого аварийного жилья переезжают в новое благоустроенное жилье, особенно с таких приспособленных под жилье зданий, как улица Заводская, дом 9Б. Мы понимаем, что в условиях Заполярья, в условиях севера комфортное жилье – это основа жизнедеятельности здесь, на севере. По словам мэра города Олега Белака, это давно ожидаемое событие. И заселением дома на Полярной, 15, мэрия практически закроет первую очередь переселения из ветхого и аварийного жилья. Также мэр отметил высокое качество нового дома. Я бы хотел отметить, в первую очередь, по сравнению с тем, как у нас было, допустим, в прошлом году заселение Шицева-1, там достаточно было, были замечания, которые были отмечены нашим МКУ. Сейчас качество строительства и сдачи объекта, оно действительно на порядок выше и лучше. Стоимость нового дома по улице Полярной, 15, 163 миллиона рублей. 6 квартир в нем будут предоставлены жителям округа по договорам социального найма специализированного жилого помещения. Этот семиэтажный дом на 41 квартиру был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. Здесь 21-комнатных и 21 двухкомнатная квартира. Объект был построен за счет средств бюджета округа в рамках окружной подпрограммы для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как сообщили в профильном департаменте, в прошлом году в Нарьян-Маре в полном объеме выполнили первый этап окружной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Второй этап, начатый в этом году, будет продолжаться до 2021 года. Третий этап расселения граждан из ветхого жилья запланирован с 2021 года по 2025. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».